С 1 ноября по 5 декабря в Люберцах проходит социальная акция «Засветись». Ее основная задача – увеличить популярность светоотражающих элементов, которые помогают сохранить жизнь пешеходам в темное время суток. В этот раз специальные наклейки вручили людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них быть заметными на дороге особенно важно. Для того, чтобы пешехода засветить или обозначить, необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде, вшитые или наклеенные, какие-то навешанные. Для того, чтобы все-таки популяризировать световозвращающие элементы, мы и проводим правовые ликбезы по использованию и ношению световозвращающих элементов. Напомню, акция «Засветись» регулярно проводится сотрудниками госавтоинспекции Люберец на массовых мероприятиях в школах и детских садах, многофункциональных центрах и спортивных секциях.